Двигаемся туда, вниз, налево по дороге. Дорогие друзья, я начну свое выступление. Я никогда не видел своего деда. Более 60 лет моей семье считалось, что он погиб в кровавой мясорубке под Ржевом, которую так любили замалчивать советская пропаганда и сейчас не хотят вспоминать российские так называемые истории. Сюда принесли цветы к вечному огню, показывают связь времен и стать немножечко добрее, богаче, здоровее и помнить.